Всю информацию о вакцинации в Молдове можно найти на новой платформе, созданной Министерством здравоохранения, специально для того, чтобы жители страны получали данные из достоверных источников. На сайте vaccinary.gov.md в режиме реального времени будут публиковаться данные о числе вакцинированных, доступных сыворотках, противопоказаниях и эффектах. Именно оттуда мы сегодня узнали, что в стране прививку от коронавируса получили на данный момент 5174 медицинских работника.